Также глава района Валерий Венцель во Дворце спорта «Видное» провел встречу с работниками спортивных учреждений муниципалитета. «Мы одна команда», – сказал Валерий Николаевич, обращаясь к спортсменам и отмечая их достижения на международной арене. Это медали Евгения Рылова, очередное чемпионство сборной России по мотоболу, заслуги баскетбольной команды «Спарта МТК». Именно спорт должен оставаться одним из тех направлений, которые необходимо поддерживать. Помимо того, что вы являетесь либо руководителем учреждений спортивной направленности, либо вы являетесь членами команды, либо спортивного учреждения, вы еще в первую очередь те, кто формирует повестку здорового образа жизни. В свою очередь, президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев поблагодарил администрацию района за многолетнюю поддержку. Команда живет, работает и побеждает. Есть созданы практически все условия для того, чтобы быть победителями. Все ближе день города Видное и Ленинского района. Большинство из тех, кто присутствовал на встрече, принимают участие в подготовке к празднику. Глава попросил отнестись к организации мероприятия ответственно, чтобы провести его на высоком уровне. Далее последовали вопросы. Сотрудники молодежно-спортивной сферы предложили рассмотреть вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории города и открытия молодежного центра. Занимаемся этим вопросом, а ведь не так быстро. И даже, мне кажется, проще ФОП построить, чем молодежный центр. У него гораздо больше требований. По окончании встречи Валерий Венцель пожелал собравшимся новых побед на благо Ленинского района.